Шестеро абитуриентов из Абхазии стали студентами профильных вузов МЧС Российской Федерации. Двое из них примет Академия гражданской защиты, четверо будут учиться в Академии государственной противопожарной службы. Такое решение принято по результатам вступительных экзаменов, которые проходили в МЧС Абхазии. Абитуриенты экзаменовались по физике, математике, русскому языку и физкультуре. Принимали экзамены специалисты Министерства образования республики. По словам руководства спасательного ведомства нашей страны, требования, предъявляемые к поступающим в российские профильные вузы, с каждым годом становятся все более строгими и основательными. Об этом, в частности, шла речь на встрече руководства МЧС Абхазии с поступившими студентами и их родителями. По словам министра Льва Аквициния, именно высокий профессионализм спасателей и пожарных – твердая гарантия того, что поставленные задачи будут полностью выполнены, а пострадавшие спасены. Министр поздравил поступивших с успешной сдачей экзаменов, добавив при этом, что учеба в вузах МЧС Российской Федерации требует полной самоотдачи, четкого исполнения своих обязанностей. Так что нерадивые студенты там долго не задерживаются. Нашим ребятам нужно приложить максимум стараний для того, чтобы достойно представлять республику за ее пределами. Тем более, что и в Академии гражданской защиты, и в Академии государственной противопожарной службы, помимо россиян, профильными знаниями овладевают представители десятков стран мира. Обучение студентов из нашей республики в учебных заведениях российского МЧС предусмотрено межправительственным соглашением от 2010 года. С 2011 года 35 граждан Абхазии стали выпускниками вузов российского МЧС. Сегодня они проходят службу как в районных подразделениях, так и в центральном аппарате МЧС Абхазии.